Ну ты все, всем все рассказывала и мне рассказала. Кто рассказал? Ну, сейчас снимаю я или не снимаю? Да, снимаешь. Ну, вот это вот все. Так забиты окна людей. Вот это retention pond. Здесь вода собирается излишняя. Сейчас надо посмотреть, как деда подготовился. Деда подготовился по-своему. Да, он никак то не есть никак. Вот что будет, но они дома. Вот машину поставили. Что машину поставили. Но все поперек, ты обрати внимание. Так, это красотка все. Ну нет, декорация оставила. Машинку закрыла, чтобы не запылилась. Ну вот на таком скутере он ездит. Вот там он стоит. Ну вот там, на дороге. А, окна она забила, молодец. Ну только одно забила. Здесь вот люди не живут, потому его все равно. Это птиченьки. Ну, птиченьки. Я бы рекомендовала уже ховаться на болотах. А здесь знаменитые эти, да? Да, это ранчо. Здесь компания, которая роет колодцы. Чисто поле. Здесь ничего не сделали. Гаражи открыты, машины поперек. Машины все поперек. Здесь что-то не видно ничего. Люди куда-то собираются. Эти вообще отъезжать собираются. Теперь на ту сторону мне надо. На заборах поставили подпорки. Вот заклеили скотчем вот так надо. Угу. Ну что сейчас делаем? Вот. Ну, все ходят, смотрят, как что, где. А все друг у друга смотрят, кто что сделал, кто как сделал. Какой маламут офигенный. Ну, красавец, красавец. Какой сладкий. Ой, маламут. Сладкий, сладкий, сладкий. Это пёс. Маламут, да? Это не хаски. Нет, это замечательный маламут. Вот у нас вообще возможность налюбоваться на соседей, потому что сейчас никто дома не сидит. Все повылазили. Ну, вот здесь вот машина. Смотрят друг на друга. Гаражи здесь ничего не забито. Гаражи у людей открыты прямо у себя. Это компания деревообрабатывающая. Очень интересная архитектура этого здания. Такая с претензией. А это? Это вот организация, где люди... Организация, где получают... Здоровое питание, они даже тоже здоровое бесплатное питание. Тебя не зальет водой? Меня не зальет водой. Тут же гараж полуоткрыт. Я не понимаю, что у всех людей открыт, но они там ошиваются. Вот здесь вот живет рыжий кот, ничего не в постели видно. И рыжая собака. Угу, это плохо видно. Они всегда у окна. Ну, хозяйки вот я не вижу. Неужели их оставили? Вот надо все заколочено уже. Если что. Здесь то заколочено. Здесь они, может быть, без хозяев, потому что машина не видит. Да, здесь вот они там вроде как спят. Здесь живет пожилая бабушка. Она не спрятала свою мусорку еще. Уже они, по-моему, мусорку спрятали. Ну вот все со этими гаражами, все. Порядок там приводит, и вот полностью забитые окна. Да, они продолжают и опять забивать. Же... Мешочками забивать. И опять же открытый гараж. Да, вот еще здесь забитые. Вот опять забитые окна. Ну, люди знают, что делают. Вот еще два. Смотри, они все ходят по полям. Ну это вообще непонятно, где наши? Здесь.
Наш, по-моему, один прилетел, сказал, покормите меня, я сейчас с вами. Ну, это один. Пожрать. А где троица? Ну, я имею в виду, он кормил, так, прилетел, они там у него на болотах, а он их покормит. Да нет, так я не думаю. Ну, не знаю, потому что он очень здесь пугливый, просто я машина. На него тоже не думаю. Вот посмотри, мы сейчас посмотрим, как деда запускает. Да, вот здесь вот живет пожилой человек, посмотрите, как он. Подготовился. Подготовился. У него очень домичек такой слабенький. Домик, но там, да, дальше у него пристройка кирпичная, угу, есть. Есть. Может, есть. Здесь поперек машины стоит. Люди подперли забор. Вот, тоже. Потому, да, что забор. Заборы падают, чтобы меньше возни с ними потом. Машины мы могли сбить. Нам расскажут. Вот видишь, куда загоняют машину? Во двор. Угу. И там уже две стоит. Спасают машины свои. Мешки. Ну, что это у меня написано? Это кто-то сообщение оставил. Ну, что, съемка идет. Вот видите, все гаражи открыты. Люди и между собой общаются. И здесь мешочек. И вот мешочка это... набралась. Вот все забито. Гараж женщина мешками завалила. Люди знают, как это бывает. Вот машины, посмотри, вот забито вот все. Машины ставим. Вот, а машины стоят поперек. Окна забиваем, мешки. Вот посмотрите, машины ставят поперек. Вдоль. Даже, а шериф не поставил. Ну, шериф, он не поставил, окна. Акустики мешают. Вот сейчас он вот люди окна защитил. Как раз, видишь, куда загоняют машины. Скотчем. Вот вот. Люди загоняют машины. А скотч тоже эти. Угу. Шериф за... Скотч будет разрешать, не разрешать, но все равно скотчем заделаем. Не надо мне. Вот, забитый окна. Заделали. Там машины опять не стоят. Машина поперёк гаража. А там не стоят, вот поперёк здесь. Наверное, нам надо так поставить. Да, вот да. Поставить. Здесь я рада, что она не одна. Вот к ней приехал кто-то. И машину тоже загнали в этот, угу, в ангар. И сидят за столом, пьянствует мужчина с бородой. Ну, пьянствует, не пьянствует, может, чай пьет. Ну... Сидят почему-то вот в гараже. Вот эти попытались машину так поставить, ну что-то в лом. Вот сюда загоняют, между домов. Да. Между домов загоняют машину. Вот это деда уже уехал, они собираются уезжать, наверное, да? Наверное. Ну, куда ехать? Ну, куда-то знают. Есть куда ехать. Но уже поздновато они опомнились по поводу этого. Смотрим, как наши соседи напротив эти мешочками все заделали. У них, я согласна, они уже мешочки очень сильные. Вот забито. Вот забили. Полностью все. Зачет. О, забили. Зачет полный. Зачет. Да, мы готовим все это. Эти безалаберные. Не машины, не, в гараж загнали, а здесь вот безалаберные, ни машины не сохранили. Мешочки не подложили мешочки толком. Здесь, а оно не пользуется дверью. Вот. Здесь люди работают, вот столько машин, еще они устанавливают свою защиту. Там трампа в окне. И все озеро. Тут прямо на берегу озера. Мы серьезно отнеслись к защите своего дома. Здесь только перевернули садовую мебель вершнаками. Угу. Это все, что у нас здесь делать. Ну да, вот это же давление. Тут ну, обождался. Машину поставили. Поперек. Безграмотные люди живут.
чтобы ветер проходил, не валил забор. Видишь, они так поступили. Ну, чтобы ветер, а может, нам тоже надо, чтобы дым выпустил. Ну, это мы сами знаем, что происходит. Ты будешь за мной ехать всю дорогу, да? Соседи, ого, мешочки постелили, умные. Эти тоже мешочки постелили, но не доходя до этого. Да, почему-то интересно. Не вплотную. Здесь машина стоит правильно, эта мебель будет летать вместе с машиной. Здесь опять гараж открыт. Все эти красивые пальмы. Что с ними делать? Ну, я заканчиваю, да, или посмотрим на тетю. На тетю. Мешочки. Да, окна не забиты. Мешочки готовы, но нафиг никто их не установил. А, нет, там излишки. Тетеньке некому было позаботиться. Есть только... Сразу машина стоит. Здесь мешки, у гаража мешки есть. Все камнем обложили. И до свидания. Это просто огромный. Здесь тоже интересная женщина живет без всяких защитных средств. Кстати, они непосредственно близости с озером. Здесь тоже никаких машин наружу.